Ребят, всем привет. Всем привет. Ребят, а мы придумали название этой футболки. Да, пчелка в тюрьме. А я одела свою куколку под свое платье. Ага. В голубом стиле. Но у нее фиолетовая футболка. Ну, кажется, кому-то повезло. Ладно. Андрюша оделся под Кирочку. Ну, ты немножечко. Блин, мне нравятся его эти шорты. Так рада, что мы ему их купили. Потому что мы думали, покупать, не покупать. Ничего. Шорты уже в этом году. Но я все-таки говорю, давай возьмем, как раз на следующий год будут новенькие. Ну, одни из новеньких шорт. Ну, они фиолетовые головы. Так, одеваю я босоножки. У меня босоножки розовые. Да, пока есть возможность босоножки одеть, потому что сейчас станет холодно. Опять? Ну да. Дожди. Завтра дождь. Ой, грею босоножки. Ой, Андрюша, знаешь, что нужно сделать? Короче, сейчас она сделает. Съездили мы по всем магазинам, приехали уже давно домой, и я жарю биточки сейчас. А Мика тут периодически выходит к себе на ветку на солнышко. Да? Ну, пёсик. Так что я уже почти дожарила биточки. Уже совсем чуть-чуть осталось пожарить, и всё. И будет уже готово. Ну что, я дожарила уже биточки, и я Кире отсняла видео на ее канал. У нее там появилась новая кухонька для Барби, и она отсняла видео. Так что все. Все дела, в принципе, поделаны. Нужно только поубирать после готовки. А так все закончено. Сейчас думаю, что я хочу. Хочу, наверное, чай делать себе. Так, я себе сделаю чай, скорее всего. И с тем же я за шоколадкой, что у меня не надо вкусить. Господи, как же долго набирается вода. Все, слава богу, набрали воду. Сейчас все это поставим. И нужно ждать, пока закипит. Я вот думаю, что еще интересно такого поделать? Даже не знаю. Кот лежит на улице. А, я знаю, что мне надо сделать. Мне нужно полить. Полить. Сейчас будем вместе с вами поливать цветы. По всему дому, потому что мы давно не поливали. Такой кувшинчик. Блин, мы купили его. Вот этом, знаете, в самом дешевом магазине. Все. Типа цепи птины, или как-то так он называется. Ну, блин, прикольно. Тут и мука, и сахар, и соль. И все-все-все в разных интерпретациях. Это очень удобно. Как мерочка. Так. А я тут все поливаю. Вот он сейчас будет кайфовать и благодарить меня за то, что я его полила. И, блин, я очень рада, на самом деле, что мы вернулись к каждодневным влогам. Думаю, что сегодня с Андрюшей выйдем вечером еще где-то прогуляемся. Только надо придумать, где. Потому что вечно мы едем и не знаем, куда ехать. И вечно получается, что мы долго не можем решить, куда ехать. И пока мы решаем, мы уже едем домой. Так что это вообще не круто. Все, сейчас еще один этот полить. И идеальная будет мокренькая земля там. Знаете, у меня Кира как снабжатель каких-то разных вкусняшек. Она мне постоянно приносит. То есть она что-то жует в течение всего дня, какие-то вкусняшки. И постоянно приходит ко мне
и делится со мной вкусняшками. Например, она идет себе наливать колу и наливает для меня вот столько вот стаканчик. И, блин, это так на самом деле приятно, то, что она так заботится всегда. А я хотела вам рассказать, что сидели мы с ней на террасе, смотрели видосики и вот попивали чаи, колы, водичку и всякое такое. Я уже зашла домой, потому что стало прохладно на улице. Без 10:09 Андрей сейчас уже приедет домой. И мы, наверное, сегодня никуда не поедем, потому что уже, ну, как я сказала, без 10:09 будем дома. Возможно, Андрей будет курить кальян, потому что я кальян как-то особо такой, типа, ну, я с ним чуть-чуть курю его, но я как-то не прёт на кальян. А вон Кира прибежала. Так что вот такие дела. Мика, я за тобой слежу. Меня не обманывай. Зачем ты выставил свою ногу волохатую? А где твои развешанные витрины? Мне пришлось их убрать. Почему их нет? Что, ребят, всем спасибо за просмотр. Где витрила? Я их убрал. Мой флаг висит в этом самом стирке. Что? Что ты хочешь? Что? Я уже здесь. Я плесла, я твой флаг. Вот мой флаг. Черный флаг. Скрипящий флаг. Ребята, я тут. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Мы вас любим очень-очень. Всем спокойной. Да вот же Мика лапой закрывает ночи. Мика лапой. Ну, Мика лапой. Убери от меня. Да господи, да я выключу.